Это учебный кондитерский цех университетского экономико-технологического колледжа Сочинского государственного университета. Студенты второго курса знают теорию, на практике оттачивают мастерство. Сегодня они готовили блюда из птицы и дичи. Задействована была вся группа. Каждый пробовал жарить котлеты, ведь, как правило, на практике и видно, кто из ребят наиболее талантлив в приготовлении еды. Со всей группы могут быть 3-4 человека, которые горят, которые женаты на кухне, так всегда говорю, которым это очень нравится, и они готовы там днями, ночами там ночевать, дневать, оставаться. Таких очень мало, но это вот фанаты своего дела. Вот за такими фанатами и охотятся лучшие кафе, бары и рестораны города. После окончания колледжа выпускников сразу же приглашают на работу, ну а пока мастер-класс. Андрей Колодяжный учит студентов не только, как вкусно готовить, но и как правильно оформить блюдо, для чего ребята понимают. Человек, когда получает блюдо, он первое смотрит, как оно оформлено, красиво или нет. Если оно будет красиво, то человеку захочется, соответственно, и покушать, его попробовать. И когда ему понравится и вкус, и как подача, то он посоветует другим, своим друзьям, возможно, и они придут также попробовать. Преподаватели колледжа учат студентов классики, а профессионалы практики делятся собственными секретами профессии. Это повышает мастерство самих студентов, повышает качество образования. Конечно, нашей целью является подготовка востребованных специалистов, востребованных на рынке труда в первую очередь, ну и, конечно же, участие наших студентов во многих конкурсах профессионального мастерства и победы. В университетском экономико-технологическом колледже Сочинского государственного университета также учатся технологии приготовления десерта, горячих и холодных напитков. Для города подготовка таких специалистов в тот период, когда Сочи вышел на международный уровень, крайне важна. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Из малого филе закрыли большим зеркалом.